Я-то одного только не понимаю. У тебя бабка не могла нормально свитер связать. Ты что? Это как бабушке приезжаешь, она мне один раз джинсы, которые были рваные, зашила. Ты примерно вы, так? Да вы посмотрите, у него моль свитер съела, моль проела. У меня вот пальцы, два пальца помечаются, смотри. Чисто девушка подошла на улице. А это куда снимается? Какая тебе разница, куда снимается? Это штанишки, штанишки покажи мне свои. Вот. Ну, нигде не рваные, давай посмотрим. Не-не-не, это новые. Ну, собаки ладно, не покусали. Собаки не покусали, хорошо, тут собак нет, тут только вот девушки голодные московские. Если что, опасайтесь. Девушки голодные московские. Откуда к нам прибыли? Я с села приехала, села прям сразу к вам вот сюда, вот понимаешь. Картошку сажал в этом году, нет? Нет, маешь надо только, нет? А я сейчас уж сажаю, понимаешь, чтобы больше можно было раньше выразить. Посадишь, больше пожнешь. Да? Именно так, все, именно так. Хватит жрать поролон. Я тебе говорил, там, пускай вот мы с тобой в ресторане сегодня, пускай тебе картошку пожарят. Ты что, это нельзя есть, бутафория. Ладно, не буду. Пойдемте лучше сейчас салатик этот, огурчики, помидорчики этот со сметанкой. Так, ты худая, ты посмотри, ты вообще ешь что-нибудь? Нет, знаешь, те штаны ж сваливаются, ты ж цепями их какими-то пришпандерила. Что я ем? Я ем как попало, что дадут, скажем так. К бабушке в деревне ездишь, что ли? Езжу, конечно. Ты по своим московским вот столичным вот мероприятиям вот так ходишь по ходу, только в ЦУМе там вы одеваетесь. Какой ЦУМ? Вот это похоже на ЦУМ. А я вот не знаю, где вы там одеваетесь. В дом хожу. В таком ходишь халате? Конечно, 100%. По-любому. Вот зуб даю. А так или иначе, мы сегодня день рождения где? В ресторане. В каком ресторане? У кого мы на день рождения сегодня? У Дианы, Диана. У Дианочки, все правильно. Сколько тебе годик у Дианочки? 22. Ага. А вот у нас и Дианка-то, в принципе, сама в огород, как вообще в огород ходишь? Да. Ага. Вот как, вот так, что ли, ходишь? Ногтями копаю. Ага, молодец, хозяйственная девица. Тебе не холодно? А сапоги высокие, шуба длинная, все нормально. Ага, шуба из чего? Овечья шерсть? Это собачья. А мясо нет? Ты собак не обижай. Собак не обижаю. Ну ты хоть покрутись мне, покажи, как нынче в Москве так ходит. Попу прячем. Нет, давай покажем уж. Как вообще день рождения проходит? Вот расскажи мне, давай 2-3 слова, чтобы день рождения классно прошло. А вот она уже ушла, боится меня, ну ладно. Плавно проходит. Ты заходи там. А ты меня опускаешь, да? Ну что-то как темно пока что. Но атмосфера танцевальная. Скажи вообще, вот что бы ты пожелал Янке сегодня? Уверенности. Жениться. Что? Ну там мужика ж надо, да? Конечно. Ну чтоб она, чтоб она за неё пошла. Все, конечно. Милохин стоит. Так, ты тоже без подарка пришел? Да, не люблю дарить подарки. Если мне не приходит ничего в голову сразу, я не могу выдавливать из себя подарок. Так, я не понимаю, вот объясни мне. Ну вот почему у тебя тоже кофта рваная? Вы в нормальных кофтах не можете прийти. Он ответит. Ой, эти блогеры какие-то, тиктокеры модные. Вообще я не понимаю такого. Эти Милохины, да, уже надоели. Так, вот моя хорошая, объясни, что это за веревочки у тебя тут торчат. Что это? Какая эротика! Так давай натянем, нет, подожди! Нет! Это модно! Это не модно! Тебе же там веревочки впивают! Это 2000-е, а что на тебе? Что на тебе? А на мне панталоны вот так вот, да, чтобы все с утяжечкой, чтобы лишнего! У меня же ничего лишнего не торчит! Это секси!